Сегодня мы продолжаем шить наш спортивный костюм. Очередь до анорака дошла. Мы, конечно же, как в любом пошиве, начнем с деталей. Сейчас я покажу, как я шью капюшон. Затем следующий шаг — это будут рукава, и потом мы все соберем в кучу. Ну что, приступаем. Я взяла три детали капюшона. Это вот две боковых и центральную часть. И сколола их сейчас булавками. Это подклад капюшона. Я с ними никаких нюансов делать не буду, никакой отделки. Просто сейчас вот эти вот швы, как вот вдоль головы, прострочу. Откладываю. Ниточки белые я уже заправила, сейчас пойду строчить. Следующий этап — это внешняя часть капюшона. Я ее хотела сделать с отделкой, пустить на нее тесьму красивую для отделки. Я сейчас тоже покажу, как я это буду делать. Ну что, вперед! С подкладочным капюшоном все понятно. Я беру сейчас в руки вот эту внешнюю сторону капюшона. Он будет располагаться вот так. Части вот внешней стороны будут загибаться внутрь. Вот здесь мы сделаем дырочку, люверс поставим. В этой части будет пришиваться полоса широкая. Когда я кроила эту полосу, как-то не учла, что ли, все моменты. В общем, она у меня получилась длинная полоса. Я сейчас беру и вот так вот, видите, сопоставляю. И излишек этой полосы я отрезала, потому что мне, ну, как, нужно ровно столько, сколько нужно. Получился где-то еще вот такой кусок лишний. Я там складывала пополам. Может быть, неправильно прочитала детали, как... Ну, в общем, неважно. Когда выкройки делаю не сама, надо понимать, что там как устроено. Я сейчас хочу на эту среднюю полосу пришить вот эту тесьму красивую. Я еще прикладывала вот такую тесьму, черную полосочку рядом. Думала, что я их две пришью. Сейчас покажу вот такую. Ну, вот немножко посомневалась... Что я сейчас делаю? Мне нужно четко понять, где середина. У меня вот она меточка середины, и с другой стороны вот тоже здесь метка середины. Я сейчас, наверное, сделаю так, что к середине я приложу вот эту широкую полосу одной стороной, а к другой стороне на каком-то расстоянии, ну там на глазок, скажем, приложу вот эту узенькую полосу. Мне вот так нравится тесемочку. И у меня сейчас задача будет, нужно пристрочить их по внешним краям, чтобы все у меня было ровно. Для того, чтобы зафиксировать вот такое расположение, можно использовать разные истории. Можно взять клеевую паутинку и наложить местами, зафиксировать. Можно взять, вот у меня есть скотч водорастворимый, можно водорастворимым скотчем. Можно на крайний случай, там, не знаю, даже самый, может быть, простой, это клеевым карандашом. Я сейчас попробую клеевым карандашом приклеить вот эти детали. Клеевой карандаш обыкновенный. В свое время я когда-то покупала клеевой карандаш специально для ткани. Он так и назывался, как-то очень хитро. Но потом при очередном каком-то скачке курса доллара этот карандаш стал стоить каких-то денег, что мне показалось, его покупать уже не надо. Я его перестала покупать, но на одном швейном форуме я прочитала, что девушки делились своим впечатлением, что обычный клеевой карандаш из канцелярского магазина действует не хуже. Я попробовала и сейчас советую этот вариант буквально всем своим ученицам, потому что, посмотрите, это пользоваться им очень легко. Он не оставляет следов под утюгом, этот клеевой карандаш. Ну, почему не пользоваться-то? Вот он прекрасно работает. Конечно, я вот сейчас так приклеила, проверила, ровно или неровно. Я еще зафиксирую булавочками. То есть он просто помогает, как для временной такой фиксации. Сейчас я еще приколю булавки, и у меня все будет четко. Где-то мне вот показалось, что немножко неровно лежит тесьма. Я подправила руками. Можно взять линейку, проверить по линейке, как оно все у нас лежит. Вот я сейчас возьму и приколю местами. Вот так. Можно приметать. Смотрите, как вам удобнее. Я сейчас приколю. Это тесьма. Ее можно назвать еще лампасом. Поскольку я сажусь за швейную машину и вставляю черные нитки для отстрочки этих лампасов, я решила, что нужно сразу же все сделать черными ниточками, чтобы уж два раза потом не менять настройки машины, нитки. И поэтому я сейчас приклеиваю эти лампасы и к рукавам. Помните, нижнюю часть рукавов я тоже решила декорировать вот этими, вот этой тесьмой. Я это делаю на глазок, вы можете вымерять, отрисовывать
сантиметры, временные строчки делать, вернее, временные линии. Ну, вот так. Вот у меня сейчас на нижней части рукавов будут вот такие лампасики. Главное не перепутать лево-справа. То есть на втором рукаве я сейчас сделаю тоже симметрично, чтобы у меня в нижней части, скажем, был узкий лампасик, а потом широкий. Вот так. Не перепутать. Они были симметричны. Смотрите, о чем я. Вот у меня один рукав. Здесь у меня метка середины, здесь у меня метка середины. И сейчас я вот так их кладу лицом друг к другу. То есть у меня левый и правый будут одинаков. Вот здесь у меня будет располагаться широкий лампас. А рядом узкий. Вот. Чтобы не поменять их местами. Вот так. Все, сейчас я их приколю булавками и встречаемся за швейной машиной. Ну, вот видите, я строчу. Мне, моя задача пристрочить каждый из этих лампасиков с двух сторон. Вот. Длину стежка я поставила довольно длинную. 3,5 миллиметра. Вот этот шов, он у меня будет нерастяжим, потому что лампасы нерастяжимы. Все. Сейчас я вот так занудно буду строчить все лампасы, которые я приклеила, зафиксировала на нижней части рукавов и на капюшон, на средней вставке капюшона. Встретимся за верлоком, потому что я сейчас прострочу и приутюжу. Показывать уже не буду, как я их утюжу. Выполняем. Я сколола сейчас среднюю часть капюшона и боковые части капюшона во внешней детали. И сейчас буду их сострачивать на верлоке. Если вас смущает работа на верлоке, то, пожалуйста, сначала скалывайте. Не забудьте предварительно попробовать на лоскутке, чтобы у вас строчка получилась подходящей. Кстати, я сейчас отвечу на вопрос, у меня несколько девочек спрашивали прям, почему я оставляю припуск в 1,5 сантиметра и на срезку пускаю 6-7 миллиметров. Смотрите, в чем история. Я сама думаю, да почему же я так делаю? Вот у меня примерно 6 миллиметров, 6-7 на срезку уходит. Знаете, когда тоненькие, вот 2 миллиметрика, вот эти вот срезанные штучки, они могут попадать под нож верлока и внутрь верлока туда запутываться. И я поэтому, вот уже исходя из опыта, видимо, на автомате, мне удобнее, когда вот такие существенные обрезки срезаются. И как бы лучше себя так чувствуют. Ну вот мой опыт вот такой. Потому что бывало такое, что они куда-то туда под нож, внутрь могут такие мизерные, крохотные детали попадать. Поэтому вот такая история. Надеюсь, ответила. Надеюсь, смотрят те, кто задавал мне этот вопрос. Зачем? Вот за этим. Выполняем сейчас. Вот просто соединяем детали. Я вот сейчас хочу показать, как я утюжу вот эти округлую часть, вот эту округлую часть капюшона. Смотрите, у меня есть вот такая подушечка. Вот я надеваю буквально как на голову. Вот у меня на сгибе находится. И поехали. Вот так, видите? Я могу застоять утюжочком деревянным. То есть все, у меня шов хорошо, прекрасно разутюжился. И сейчас эту же часть на ровно можно утюжить. Вот. Все, подклад капюшона у меня готов. Сейчас точно так же утюжу внешнюю часть капюшона. Вот, заставим и вот так каждый момент. Утюжим! Сейчас нам нужно соединить два капюшона вместе. Я что хочу сейчас остановить? Давайте посмотрим, все ли у нас здесь ровненько. У нас должна быть вот эта линия ровная, прировная. Вот это сейчас я излишки срежу. Потому что две части будем соединять друг с другом, они должны быть идеально ровненько. Можно вот так сопоставить. Это та часть, которая у нас будет присоединяться к лицу. Вот, все у нас здесь, все хорошо. Вот, эта часть. Сейчас проверим ту часть, которая у нас... подкладочная. То же самое. Сейчас здесь вот маленечко вот это место я сейчас срежу. И все. Вкладываем. Вот у нас внешняя часть. Это к лицу у нас идет. И берем
у деталей капюшона внутренней то же самое, та часть, которая к лицу. Вот я их соединяю, булавчиками скалываю шов к шовчику. И здесь то же самое, шов к шовчику. Вот. Соединили и сюда поехали. Вот. И эту сторону соединяем. Сейчас я скалываю булавочками. И идем за швейным, не, идем за верлок. На верлоке сейчас этот шов прострочим. Вперед. Соединяем две детали капюшона. Внешнюю часть и подклад. Я поставила вот эти штуки, люверсы, по разметке. Она была на выкройке. Укрепила место двойным дублерином трикотажным. Если у вас устройства нет, я вам показывала, есть такие нашивные, настрочные люверсы. Либо можно сделать дырочки под шнурочек с помощью швейной машины и дублерина. Я вам тоже показывала это в видео, ссылку сейчас вот появится где-то здесь вверху. Следующий шаг теперь. Вот этот шовчик я тоже разутюжила соединение верха и подклада капюшона, чтобы вот здесь вот все было ровно у нас. И мы сейчас вот, у нас здесь была отметка, цельнокроенную обтачку капюшона, мы заворачиваем наизнанку и скрепляем. Я сейчас возьму линеечку и буду, вот сейчас посмотрим, ширина цельнокроенной обтачки у меня 4 сантиметра. И я сейчас вот эти 4 сантиметра буду вот здесь вот так откладывать и фиксировать. Вот так, и мне нужно сейчас будет пристрочить эту цельнокроенную обтачку. Вот 4 сантиметра. Я строчить буду со стороны изнанки, чтобы мне попасть вот в русло шва и шов получился аккуратный. Прокладываем строчку, фиксируем цельнокроенную обтачку или обтачку капюшона, и одновременно она будет кулиской для нашего шнурочка. Здесь длину стежка ставим, ну, наверное, обыкновенную, 3 миллиметра, как вы шьете обычно. Я вначале вот здесь поставила закрепку и продолжаем строчить. Я пришила обтачку и одновременно кулиску, уже все закончила, вот так это выглядит с лица, с изнанки. Нам сейчас останется дотюжить этот шов. Ну или вернее эту обтачку. Что я сейчас делаю? Сейчас по нижнему срезу капюшона, ту часть, которая будет вшиваться в горловину, я соединила, видите, две детали, подклад и внешнюю часть друг с другом. И хочу сейчас зафиксировать. Я в настройках швейной машины поставила максимально длинную строчку, у меня 5. И сейчас вот прокладываю эту строчку. Она будет временная и при необходимости, если она где-то будет у нас выступать потом. Ну, я думаю, что я строчу ее по припуску, по самому краю припуску. Я думаю, что она попадет либо под срезку оверлока, и нам не придется вообще про нее думать. Либо, если где-то мы случайно она у нас попадет в шов куда-то, мы ее просто удалим легко, потому что она прострочена длинным стежком. Все, вот сейчас я смотрю, вот здесь у меня, например, вот подвылезла немножечко внутренняя часть, там где закручивалась, вот внутренняя часть капюшона из футера двунитки, я ее подровняла. И сейчас вообще проверим этот капюшон, вот на предмет того, чтобы он у нас был симметричный. Вот все вот так можно положить, все сопоставить, уточнить. Вот у нас две метки, это стыковка с рукавом. Вот у нас метка центра по спинке. В общем, все уточняем, подравниваем, чтобы у нас все было четко и ровненько. Сейчас занимаемся дальше анораком. Капюшон у нас готов к следующему шагу. К втачиванию в горловину у нас готов. Сейчас самое время, чтобы заняться шнурком. Я, видите, отутюжила вот эту обтачку, кулиску для шнурочка. Смотрите, вот у меня шнурочки, наконечники шнурка маленькие, тонкие, и они пролазят в люверс вот так, видите, легко. Но бывают сейчас такие крутые современные шнурки, которые просто не пролазят сюда. Смотрите, как я поступаю, если у меня шнурок вот имеет такой большой толстый наконечник, который не пролазит в люверс. Я разрезаю шнурок ровно посередине, по центру. Он все равно остается вот таким длинным достаточно. И тогда я вставляю вот так вот, здесь оставляю наконечник, вставляю сюда шнурочек и начинаю
вот этот отрезанный шнурок вставлять вот сюда в кулиску. Я вставляю. У меня вот здесь вылезает отрезанный кусок шнура, и вторая половинка с наконечником у меня есть. Я тогда вторую деталь с наконечником вставляю вот сюда, наконечник болтается, вытаскиваю вот здесь вот, и у меня получается две отрезанных части шнурка. Я их сшиваю между собой и возвращаю назад так, чтобы у меня место соединения было где-то примерно вот здесь, посерединочке. И у меня получается, что два шнурка болтаются. Ну вот, надеюсь, понятно объяснила. Если, кстати, кому-то показалось это сложным, можете меня попросить, я покажу отдельное видео. Потому что вот ученицам в студии, ну я прям буквально иногда это показываю, словами не очень понятно. Смотрите, ну у меня шнурок прекрасно пролезает, поэтому я вот сейчас его вот так вставила. Вот видите, вторую часть я вставила вот в это устройство. Мне нравится вот такая как бы штука вместо булавки, устройство для вдевания. И сейчас вот продеваю шнурочек свой. Ну все, я вот здесь все вытащила. У меня шнурочек не влез, вернее, вот эта штучка не вошла в кольцо. Я испугалась, что я вообще тут все поломаю. Вытащила ее вот сюда и потом пропихнула, как вот кончик шнурка вот сюда, обратно как бы. Все, у меня капюшон готов к соединению с изделием. Следующий шаг, который мы делаем. Я складываю верхние части рукавов. Я хочу защипы выполнить на рукавах и по центру переда. Я вот так сложила рукава, видите, по низу, вот нижняя часть рукава. И вот у меня получился сгиб. Вот эта верхняя часть, это, видимо, высшая точка плеча. И я рисую вот здесь такую линию, ну, примерно на сколько сантиметров? На глазок, на 2 сантиметра. Вот так. Я прорисовала линию вот этим голубым фломастером, видимо, плохо ее видно, плоховато. Почему? То есть я не хочу делать ровно точно на ребре, потому что это будет, ну, как бы высоко. Я хочу, чтобы немножко защип переходил вперед. И будет он соединяться, у меня сейчас мы посмотрим, с каким местом. Будет соединяться с декоративной вот этой полосочкой у меня. Давайте посмотрим, где. Вот нижняя часть рукава. Вот так. Сейчас посмотрим, в какое место этот защип у меня будет попадать. Да, вот защип я хочу, чтобы он попадал, вот скажем, вот сюда, в этот краешек, вот так. И я соединю, потом защип переходить будет у меня вот в этот лампас, немножко наперед. И я сейчас вот так проутюжила и пойду строчить эти защипы. На брюках я вам уже показывала, собственно говоря, тут чего показывать. Да. Выполняем сейчас на рукавах, на втором точно так же я сейчас сделаю. И еще останется на детали переда. Я хочу еще по центру переда сделать защип. Посмотрите, по центру переда это будет четко по центру переда. Вот я середина горловины у меня стоит. Вот здесь разметочка серединочки. Внизу вот у меня разметка середины. Я вот так соединила их, прорисовала линию. Сейчас я ее заутюжу четко по центру. И пойду точно так же выполнять защип на швейной машине. Это будет строчка, ну там сколько, 2-3 миллиметра шириной, толщиной этот защип будет. За швейную машиночку идем. Я начинаю отстрачивать защипчик по центру переда. Вот так укладываю, поставлю на всякий случай закрепку и поехали. Стараюсь удерживаться вот на расстоянии 2-3 миллиметров. И, конечно, стараться надо, чтобы ровно все было. Выполняем сейчас защипы на рукавах и на центре переда. Я приутюживаю вот этот защипчик, чтобы он ровненько лежал. И сейчас буду соединять с рукавом, с нижней частью рукава. Вот так, раз. Надо убедиться, что у нас соединение защипа с лампасом. Мы все детали подготовили. Рукава я приутюжила, все у меня аккуратно. Сейчас вот я беру переднюю деталь, соединяем все части между собой. Это у меня перед, это у меня рукав. Смотрим, где у рукава метка соединения с передом. Вот она у меня метка. И вот у меня деталь переда. Я соединяю сейчас вот так, беру, двигаю к себе и скалываю. Сейчас пойдет работа за верлаком, такая простая, монотонная. Вот, сколола. Сейчас беру, вот так немножко откидываю рукав. Вот у меня другая сторона, левая часть переда. Я беру левый рукав. Точно так же смотрю, где у него
метка соединения с передом, вот она. И точно так же скалываю ее, ну, вернее, деталь рукава с деталью переда. Готовлю уже к отстрочке за верлоком. Соединила все. Сейчас я это отодвигаю, кладу точно так же деталь спинки вниз, положила проймы для соединения с рукавом реглан. Кладу нашу вот эту деталь переда с частями рукава, с частями рукава. И вот точно так же начинаю вот это вот, видите, вот часть рукава. Здесь у меня раскололась, сейчас соединим обратно. Сейчас соединяю спинку с рукавами, вот. Вот это, надеюсь, попадает в кадр. Вот так же соединяю. И сейчас не буду уже показывать, ну или сейчас покажу. Покажу сейчас, буквально тут делаю секунд. Вот так соединяем. У меня видно, что все-все-все совпадает, припуски одинаковой длины. И сейчас с этой стороны, то есть вот у меня деталь переда, вот у меня пройма у спинки, и вот он у меня рукав. Я их сейчас вот так складываю и соединяю. И иду за вилок, строчу. Я втачиваю рукава в изделие. У меня фактически сейчас вот мой анорак будет уже одним целым. Вот я каждый шовчик показывать уже не буду, потому что все понятно, что делать. Сейчас стачиваем все 4 вот этих шва реглана и встречаемся за утюжильным столом, за утюгом, утюжим эти швы. Я немножко поработала без видео, сейчас расскажу, что я сделала. Вот мы прервались с вами на том, что подшили подгибку низа на швейной машине, затем я ее припарила. Я сметала по боковому шву, вот так, сметала. И внизу подгибку низа рукава тоже приметала так, как она предполагалась быть. Сметываем. Это к примерке готовим. И дальше я приметала наш капюшон. Смотрите, я его уложила внутрь. Серединку капюшона соединила с серединкой спинки. А по переду, вот эти две детали капюшона, посмотрите, я их немножечко наложила друг на друга, примерно на сантиметр. И вот по центру между этим сантиметром я соединила вот с нашим защипом по переду. Вот видите, вот он защип, я его соединила. То есть это у меня серединка переда. Зачем я наложила друг на друга детальки? Мне так нравится, потому что не будет эффекта, что разъезжается вот впереди, возле лица, не будет ничего разъезжаться. Дальше все остальное я плавно вот так распределила. И соединила. У меня, вот видите, все совпало. Видите, все ровненько приметалось у меня. Точно так же все приметывайте. И давайте будем примерять наш анорак. Я сейчас его надену на себя и покажу, как это все выглядит. Я примеряю свой свитшот или анорак. Вот как он сидит на мне. Я бы сказала, что достаточно свободно. Но так как мне надо, это, можно сказать, верхняя одежда. Капюшон очень понравился, как находится на голове. Вот. Он такой уютненький, можно подзатянуть, но вряд ли я его буду затягивать, я так думаю. А может быть, когда на улице гулять, может быть, прям можно подзатянуть даже его. С рукавами, то есть по ширине я его оставлю, разрезы так сделаю, как я их продумала. Ширина рукавов, вот под мышками меня все устроит, немножко заберу вот здесь, причем думаю, что по ширине вот внизу, примерно по сантиметру точно я их заберу. Длину рукавов оставлю как есть. Если мне будет длинновато, я просто смогу их вот так подворачивать, если вот для какой-то работы, для каких-то дел. Но в принципе мне нравится, что такая как бы чрезмерная длина, то, что хочется. Но повторюсь, что в нижней части я буквально, наверное, прям сантиметра два подзаберу. Они же предполагались рукава на сборку на резиночке, а я от резинки отказалась. Поэтому рукава нужно заузить. Вот я к чему речь веду. Все остальное меня в этом анораке устраивает. Поэтому я сейчас сажусь и буду продолжать его дошивать. Вперед! Ну смотрите, я сейчас сажусь за швейную машину и занимаюсь боковым швом и нижним швом рукава. Вот это вот место стыковки с рукавами, подмышка.
Я хочу, чтобы здесь четко была стыковочка, и поэтому я села за швейную машину, прежде чем шить на верлаке. Смотрите, что я делаю. Я уложила два этих шва, совместила. Сейчас скалю булавочкой. Вот так. Уточняю, совместилось ли. Вроде бы совместилось. И сейчас проложу на швейной машине строчку в том месте, где у меня пойдет оверлочный шов. Место стыковки. Вот. Проверяю, состыковалась или нет, устраивает меня. Немножко не состыковалась. Ничего страшного, я сейчас вот это распущу и еще раз сделаю. Ткани толстые, они очень легко смещаются друг относительно друга. И безупречно сделать стыковку достаточно проблематично. Я сейчас еще раз вот совмещу, посмотрю, чтобы у меня здесь вот... Сейчас скажу, в чем задача. Здесь можно сломать иголку, если строчить прям по игле, машинную иголку. Но в то же время и надо попасть. Ну, в общем, приспосабливаемся. Ну да, вроде бы совместилось все. Если мы будем сразу все это делать на оверлоке, то шансов мало, что стыковка случится. Если делать эту стыковку ручками, сметать, то сметочный стежок длинный тоже маловероятно, что совпадет. Ну да, мне сейчас в принципе устраивает, как они совместились. Сейчас я сделаю то же самое с другой стороны. А пока сейчас покажу, что делаем дальше. Я сейчас буду заниматься горловиной. Точно так же, как я пришивала пояс, помните, я прокладывала временную строчку, ну или строчку, которую можно не убирать, строчку на швейной машине. Огромная толщина. И если я сразу все это положу под оверлок, он у меня не справится. Я боюсь, что не справится. Поэтому я сейчас сажусь на швейную машину. У меня, кстати, за швейной машиной я поменяла иглу. Сейчас прямо стоит номер 90, потому что, ну, очень большая толщина. Очень. А на местах, в местах стыковок просто не знаю, сколько слоев ткани. Поэтому я поставила очень толстую иголку. 90. Строчим. А потом сядем за оверлок и будем все это повторять строчку на оверлоке. В тех местах, где я боюсь, что попадет в строчку моя наметочная линия, я ее вот буквально за 1-2 сантиметрика стараюсь убрать, чтобы она мне просто не попала в строчку. Тяжело ее оттуда будет выковырять потом. Ну, вот так строчим на швейной машине. Так, смотрите, что дальше делаем. Я села за оверлок, но прежде вот сделала разметку на боковых швах и нижних швах рукавов. Смотрите, я сейчас сажусь за оверлок и сразу начну строчить оверлоком, обрабатывать припуски. У меня, как вы помните, мы договаривались с вами, 14 сантиметров от низу это будет разрез, место разреза, начало разреза. Затем я размечаю, 8 сантиметров. У меня будет плавно вот так переходить припуск под разрез, переходить в шов. И вот здесь у меня пойдет шов. Ширина шва у меня будет, миллиметров, по-моему, она 5 идет у меня в оверлоке. Поэтому я вот здесь срежу как раз 1,5 сантиметра. Вот здесь буду срезать 1,5 сантиметра. И я сейчас сделаю вот следующую вещь. Дальше уже потом там автоматически будет срезать сам оверлок. Но вот здесь перед разрезом я вот так срежу, чтобы мне выйти на припуски. И сейчас начну. Обработаю сначала одну сторону оверлоком и закончу где-то примерно вот здесь. На сколько еще сантиметров? Ну вот было 8, еще 5, скажем. Вот так. Вот сейчас я покажу, как я шью. 14 сантиметров сам разрез, 8 сантиметров это припуск разреза переходит в шов, и еще потом 5 сантиметров в самом шве. Смотрите, я убрала часть наметки, сколола булавками, вот именно вот эти 14, 8 и 5 сантиметров. И сейчас строчу с одной стороны шовчик. Поехали, оверлоком. У меня разметка вот этих, последняя метка, вот она. Я до нее дохожу и уезжаю. Все, видите, как у меня? И я сейчас пойду строчить
оверлоком и проеду оверлоком вот по второму припуску, вот здесь. Но сейчас уже буду строчить сверху, там, где у меня рукав. Смотрите, а здесь для рукава я уже сделала новую, отрисовала линию, по которой я буду строчить. Ну все, стачиваю рукав по низу. Эх, много слоев, тяжеловато. Там, где у меня наметочная линия, строчка может попасть в оверлок, я ее заранее удаляю, ну, буквально перед самим оверлоком. Подмышка. Там у меня временная строчка проложена. Я стараюсь сейчас попасть в эту временную строчку, чтобы у меня стыковка не совпала. Все. Сейчас вот я здесь попадаю. Видите как? Вот. Дохожу до вот этой разметки, где у меня была последняя верхняя 14, 8 и 5. Вот там, где у меня 5. Дохожу до сюда. Иголочки вниз. И что я сейчас делаю? Лапку поднимаю. И вот так из-под оверлока вытаскиваю вот эту часть, которая уже обработана. И продолжаю строчить вторую сторону разреза. Кстати, заодно покажу, смотрите, хвостик, чтобы у меня потом в разрезе все было вот здесь вот так подверну. Аккуратно я этот хвостик сейчас возьму, спрячу. Спрячу в припуск. Вот у меня такой крючок есть для поднятия петель. Я все время видео показываю, вот поймала хвостик, протащила. И у меня вот этот кончик аккуратный, ниточки отсюда не вылезают. Все, у меня шов готов практически на оверлоке. Сейчас мне останется сесть за швейную машину и проложить строчку вот здесь, ровненько. Вот здесь поставить закрепку. И это у меня будет разрез. Я сейчас выполню все то же самое с другой стороны, и мы с вами встречаемся за швейной машиной. Смотрите, я сейчас сажусь за швейную машину опять. Мне нужно обработать, закончить, завершить разрез. Вот что у меня сейчас. И вот у меня линия, по которой идет боковой шов. Вот она, вот она, вот она, вот она. И я сейчас до сюда, вот где-то здесь начну на машинке, вот это место прострочу. Выполняем сейчас. Надо, конечно, убедиться, что вся эта линия будет у меня ровно идти. На оверлоке можно было где-то там немножко промазать, может быть. Ну вот, я вот прикладываю две детали вместе. Вот, все, строчу. Дошла до метки разреза, закрепку поставила. Все готово у меня здесь. Сейчас идем за гладильный стол и отутюживаем. Вот так, разутюживаем припуски. Убрать надо все ниточки здесь, конечно. Ага, вот так. Разутюживаем вот эти припуски с обоих сторон или с двух сторон. Я еще, посмотрите, что сделала на оверлоке. Обработала нижнюю часть манжета, ну или вернее нижнюю часть рукава. Тоже сейчас мне нужно будет разутюжить припуски вот эти. Шов боковой, шов и нижний шов рукавов. Подвернуть вот так, приметать подгибку низа. И в следующий раз мы с вами уже на машиночке это все подошьем. Разрезы сядем, подошьем и нижний шов рукавов. А я, кстати, сейчас еще прежде чем идти на гладильный стол, я еще на верлоке забыла, надо было сразу одной операции обработать горловину. То есть шов притачивания капюшона к этому конораку нужно тоже уже его выполнить на верлоке. Сейчас прострочим и идем за гладильный стол. Я утюжу нижний шов рукава, застаиваю. Вот у меня подгибка низа, тоже, видите, я ее приутюжила. Останется ее пристрочить на швейной машине. Это у меня разрез. Я ориентируюсь, где перед, вот здесь перед, поэтому постараюсь вот эту вот штучку назад. Ну, вот такой, такая прихоть у меня. И сейчас вот так можно здесь сколоть, можно приметать. Но вот я уже на глазок делаю. Здесь суть какая, чтобы разрезики... Можно, кстати, если вы... Ну, как вот... Новичок, пробуйте. Вот здесь можно проложить временными стежками строчку. И так будет проще сделать вот ровную линию разреза. Вот так.
прокладываем тогда, потом проутюжим и строчку эту распорим. Ну, либо вот так руками выкладываем все и утюжим. Смотрите, на что обращаем внимание. Впереди немножко линия низа кривоватенькая такая. И поэтому, когда мы вот так отворачиваем, уголок приподнят. Это из-за симметрии. На спинке горизонтальная линия. И есть такой соблазн, или вернее, может случайно оказаться, что вот это будет выступать внизу визуально. Надо, чтобы ее не было видно, вот этой подгибочки. И мы ее немножко, как бы на пару миллиметров, точно так же, ну на 3, может быть, смещаем кверху. Тогда уголок будет смотреться более аккуратно. И нам вот как бы сутюжить надо вот эту вот волну. Можете себе здесь приметать, чтобы у нас вот этот уголок не вылез потом, когда сейчас будем отстрачивать, чтобы он не торчал. Вот так. Ну, я уже повторяюсь. Все, сейчас утюжим вторую сторону и идем за швейную машину пристрачивать вот эти припуски. Я сейчас выполняю подгибку низа. Изнутри пальцами чувствую, где у меня вот подгибка. Можно, конечно, приметать, но я вот не приметываю. И вот сейчас возвращаемся к тому месту, с которого начали. Все, подгибку низа на рукавах я сделала. Сейчас идем к разрезам. Я один разрез уже обработала, вот как получилось, у меня все аккуратно. Останется только нам на утюге все это приутюжить. Сейчас покажу, как я со вторым разбираюсь. Вот так укладываем. Можете, если сложность для вас вызывает, можете отрисовать. Как я отрисовываю? Ну, как я-то вот не отрисовываю. Здесь 2 сантиметра, 2, 2 сантиметра, 2 линии проводим. Иногда поначалу можно сделать себе трафареты из бумаги, чтобы вот так приложить сразу, и все бы у нас было. Так, теперь вот здесь уголочек. Вот это у нас будет горизонталь. Вот здесь пойдет верхняя часть как бы машинной строчки, вот здесь. И на 1 сантиметр ниже вот этот вот скосик. Так, под уголочком, так, раз, вот сюда, раз, все. Я нарисовала, и сейчас буду строчить разрез. Мне удобно начать с этой стороны, и следим за тем, чтобы вот этот носик, уголочек вот этот не вылез, то есть я перекрываю. Так, раз, поехали. Уголок поворачиваю и перехожу, дохожу до сюда. Дырочку поставили, разворачиваем, и сейчас до следующей вот сюда поставили, разворачиваем. Все, стоп на гладильную доску. Ну все, вот он у меня разрез, утюжим его с изнанки. Здесь, конечно, толщина вообще какая-то, 8 слоев получается, большая толщина. Раз, два, три, четыре. Нет, не 8, 4 слоя. Хотя раз, два, три, 4. Да, 4 слоя. Но в этом футре трех нитки с начесом очень большая толщина. Вот так застаиваем, чтобы все аккуратно было. Надо вот здесь еще попарить маленечко. Все. Разрезы готовы, все готово. А, ну еще надо, конечно же, манжеты. Вот эти вот, не манжеты, подгибку низа попарить. Потому что мы прострочили. Каждый, кстати, простроченный шов, отстрочен. Каждый шовчик надо отутюживать. Все. Примерка. Я примеряю свой спортивный костюм. Я безумно рада, что у меня появилась обновка. Мне он нравится. В меру свободный. Удобные брюки, удобные карманы. Несмотря на то, что пришлось сделать поуже вход, я в очередной раз тебе говорю, что... Ну вот мой размерчик — это 12 сантиметров входа в карман, а на выкройках часто делают 16 сантиметров. Что еще? Кто-то мне писал в комментариях, что, наверное, надо было брать минус один размер. Смотрите, как вам нравится. Мне хотелось вот именно такое все широкое и свободное. Сейчас так носят. И где-то читала, смотрела, что это как, ну, кто-то говорит, код современности, чтобы это было свободно, чтобы это было, не требовало никаких выточек.
Ну что делать, размер большой, но тем не менее все равно эти вещи как бы носятся свободно. Давайте я повернусь немножечко, вот так посмотрим. Надену капюшон. Вот такой костюм. У меня есть жилет, и скорее всего я буду ходить за городом, ездить на дачу, на прогулки всевозможные, буду носить его еще с жилетом. Мне нравится. Рукава длинные получились, вот посмотрите, прям буквально вот ладошки прячутся, мне это тоже нравится. По необходимости я смогу вот так завернуть рукава, и они тоже будут вот так, такой длины. Ширину я их уменьшила, мне ширина сейчас, видите, вообще прям удобно. Капюшон, кстати, не сказала, что можно подзатянуть, и он будет плотно сидеть на голове, но при этом удачный размер, что вот я шевелю головой, видите, что он прям, сейчас скажу, что хватает высоты капюшона, чтобы в затянутом виде в нем можно было жить. И мне кажется, даже он такой какой-то формы, за счет объемной ткани, он хорошо держится на голове, украшает как бы лицо. Удачный, мне кажется, подход, что беленькая внутренняя часть, она как бы белый цвет, он всегда освежает. Что еще сказать? Мне кажется, что тоже удачный выбор декора, это вот этот вот штрибки. Они немножко, ну как бы мелочи, но немножко как-то дробят пространство и такие какие-то вертикали задают. Ну мне так показалось, как-то чуть-чуть разнообразит, что ли, этот весь костюмчик. Надеюсь, что вам вот этот проект мой как понравился. Мой костюм полностью готов. Проект с пошивом этого костюма я завершаю. Надеюсь, видео пошива вам будет полезно, и вы тоже сможете сшить для себя подходящие спортивные костюмы. Повторюсь, что я сшила этот костюм из ткани, которую купила в магазине «1 метр ткани». Это интернет-магазин, онлайн-магазин, и вы сможете себе точно так же приобрести такую же ткань, она пока еще есть в наличии. Я не знаю, как она себя будет вести в эксплуатации в долгосрочном периоде, но вот сейчас в краткосрочном я безумно влюблена в эту ткань. Мне нравится все, и расцветка. Я переживала, что будет, что я в нем буду серая бледная мышь, но нет, как оказалось, что достаточно контрастный. И вот этот переход черно-белый, шнурочек и подклад у капюшона, они просто вот украшают как-то, и изнаночка беленькая где-то играет. На этом, наверное, все. Если есть вопросы, спрашивайте, пишите свое мнение в комментариях, я буду рада общению. Кто долго у меня на канале, уже знает, что я болтушка еще та. На этом точно все. Всем пока-пока. Вы были у меня на канале «Время шить». С вами была я, Татьяна Шадрина. До встречи, до новых проектов.